Эльбрус – самая высокая гора Европы и жемчужина Центрального Кавказа. Невероятно красивые ландшафты с белоснежными горными пиками, чистейшими водопадами, глубокими каньонами и альпийскими лугами привлекают в эти места тысячи любителей природы и покорителей вершин. И наш земляк, житель Твери Кирилл Щетинин, покорил эту горную вершину. Подробности выяснила Анастасия Новичкова. Кирилл Щетинин готовился к восхождению на Эльбрус долго и упорно, выполнял необходимые физические упражнения, адаптируя свой организм к тяжелым нагрузкам. И когда почувствовал, что готов, сразу взялся осуществлять задуманное. Специально для нашего телеканала Кирилл записал видеообращение с Эльбруса. Друзья, всем привет! Специально для телеканала «Тверской проспект» записываю это видео. Сейчас нахожусь на 5000. Я директор общественной организации, представитель общественной палаты города Твери. И, собственно, я запланировал в этом месяце, в июне, покорить вершину Эльбруса 5642. Для реализации поставленных задач тверской общественник проделал большую работу. И, конечно же, мы спросили у Кирилла, что послужило мотивацией для восхождения на Эльбрус. Я делаю для того, чтобы быть примером для, прежде всего, своей семьи, для своих сыновей. У меня двое замечательных мальчиков. Чтобы окружающие люди видели, что все возможно, и чтобы пропагандировать здоровый образ жизни. А как известно, здоровый образ жизни помогает не только сохранять и укреплять здоровье, но и улучшать работоспособность организма, раскрывать в человеке его лучшие физические качества.